Список зарегистрированных ICO ресурсов опубликовал сервис CoinMarketCap. В список реально работающих проектов вошли 9 лучших ресурсов ICO. По состоянию на март 2018 года насчитывается более 1400 ICO, выпущенных стартапами стоимостью более 40 миллиардов долларов. Первый зарегистрированный ICO, продажа токенов, был проведен MasterCoin в июле 2013 года. На мероприятие по сбору средств понадобилось почти один месяц. MasterCoin поднял около 5000 биткоинов стоимостью около 500 тысяч долларов в то время. С тех пор произошел поток ICO с запуском нового проекта буквально через день.